Всем привет, меня зовут Гарик, и сегодня мы поговорим об игре «Зомби в тумане». Именно так переводится экшен-игра, в которой вся планета кишит жуткими зомби. Итак, поехали. Into the Dead – это игра в жанре экшена для платформ Android и iOS. Первая часть игры вышла 6 декабря 2012 году компанией Pikbok, также известная нам по играм Turbo Fuzz, Бегущий в лабиринте и, наверное, еще такими же малопопулярными играми. Into the Dead погружает игрока в жуткий мир зомби-апокалипсиса, где главной задачей является бежать. Да, тупо бежать, уклоняясь влево и вправо, подбирая оружие из ящиков, пробегая мимо. Какой бы простой игрой ни казалось, игроки со всего мира ее тепло приняли. Более 50 миллионов скачиваний, что является неплохим результатом. Звук и графика игры создают атмосферу апокалипсиса. Жутко, когда ты один в поле, вокруг туман, а на тебя еще и зомби прут. Кто еще не побывал в роли бесконечного бегуна от зомби, советую скорее же скачать и насладиться игрой. Тем более уже совсем скоро выходит вторая часть под весьма ожидаемым названием «Зомби в тумане 2». Дата релиза назначена на 17 октября 2017 года. Into the Dead 2 впитала в себя все лучшее из оригинала, а также, слава богу, разработчики развили сюжет игры. Согласитесь, просто бежать, убивая навстречу выходящих зомби, рано или поздно надоело бы игрокам. Также наверняка подумали разработчики и придумали внутриигровую историю. How far away are you? There was another broadcast. It's spreading faster than they thought. You should be here. I heard it. Just sit tight, sis. I'm coming back as fast as I can. В игре нас ждет много мини-заданий, во время прохождения которых необходимо не только невредимым добраться до финишной черты, но еще и найти боеприпасы и части оружия, чтобы в дальнейшем модернизировать свой военный арсенал. Как ни странно, вторая часть получилась намного лучше первой. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До скорых встреч!